В Русгидро города Каспийска состоялся мастер-класс по созданию бумажных ромашек, приуроченных к празднованию Дня семьи. Лепестки полевого цветка напоминают большую семью, собравшуюся за круглым столом. Так воспитанники образовательных учреждений муниципалитета собственноручно создали свои ромашки, написав на лепестках теплые слова, символизирующие их семью. Отметим, что в ходе мастер-класса ребята также вдохновлялись образом матери в лице традиционной русской матрешки.